Сегодня утром на окраине Екатеринбурга за ЖБИ на дороге, ведущей в сторону Новосвердловской ТЭЦ, не поделили кусок серого асфальта две автоледи. По предварительным данным, водительница Черри пошла на обгон и на встречке столкнулась с Киа. От удара одна из иномарок вылетела на обочину и загорелась в придорожных зарослях. На фоне молоденьких березок горящая Киа выглядела особо зловеще. Ой, как тут жарко. По свидетельству одного из очевидцев по имени Андрей, девушку из горящей машины чудом успели вытащить. В месте жуткой аварии остановилось немало автомобилистов, которые времени зря терять не стали. Скорее всего, покалеченные молодые женщины познакомятся позже в больничной палате. Пока им явно не до того. И у той, и у другой тяжелые травмы. Обеих доставили в 36-ю городскую больницу в каретах скорой помощи. Сотрудники ДПС на месте разбирались в причинах аварии, что называется, с огоньком. И они пока склоняются к версии о том, что столкновение на встречке, естественно, нечаянное, спровоцировала женщина, находившаяся за рулем белоснежной Черри. После аварии на злополучном участке дороги была зафиксирована пробка, впрочем, вполне умеренная.